Приветствую. На обзоре нож от фирмы Sanremo, SRM так называемый. Модель называется 7010LUY-SHF. Ну, 7010 это старый, добрый, хорошо известный 710 модель. Они просто сейчас их выпускают в разных вариациях, в разных цветах и так далее. Это одна из самых удачных санремовских ножичков. Ну, здесь явно угадывается дизайн Криса Рива и его Себенза. Смел Себенза, скажем так, маленький. Он небольшой, 7-сантиметровое лезвие, но достаточно комфортный. Они его упростили. Здесь уже они сделали все полностью стальное, и рукоять, и клинок. Здесь они сделали Black Wash покрытие везде, и на клинке, и на рукояти. Плюс вот такая... такой рисуночек пантеры. Это уже ихняя. Так, теперь по ножу более подробно. Стальное лезвие с пантеркой, клипса, отлично пружинище, в меру жесткое. Здесь указаны модели, ну и сама эмблемка Sanremo. Клинок почти строго по центру, механика в идеале. Здесь стоят шайбы, подшипников никаких нету. Фреймлок заходит где-то до середины пяты клинка. Запас еще достаточно большой. Сталь заявлена на клинке 8 хром 13. Я думаю, что это 100% соответствует. Вес ножа небольшой, около 90 грамм, 89 грамм в частности этот весит. По обуху имеем 2,5 мм, сведение в районе 0,4, даже немножко меньше. Вот такой тонкий небольшой резачок. Спуски, кстати, вогнутые. По габаритам 16,5 сантиметров общая длина. И длина клинка у нас, ну, практически тех же 7 сантиметров. Ну, если там придираться, 6,9. Будем считать 7. Вот такой небольшой ножичек от Sanremo. Бывшая 710 модель. Black Wash покрытие. Качество близко к идеалу. Рекомендую, нож очень хороший. Небольшой и относительно не тяжелый.